Да, точно. Не понял. Планируешь, да, уже? О, все так, зашли, я стартуем. Викуси убиваю. Да, все, поехали. Бля, кайф. Согласен, я тоже. Признавайтесь. Ага, признавайтесь, кто убил Гидроза. Посмотрите на Гидроза, грустный какой-то. Гидроз. А мы, ну, с клятвами или без? Не, ну Олежа тут без клятв, без Какие всего. Какие клятвы? Посмотрите на Гидроза, он палец этот, посмотрите. Че он палец? Где труп-то? Да он палец трейдера. Что делать? Труп лежит на... Здравствуйте, играю с вами первый раз. Финаргот, короче, лежит... флаги с правой стороны, где навигация. И я плюсом. Я короче, что надо? Короче, убийца, скорее всего, морф, труп лежит на крутилке. Ну как называется, где связь чинить? На связи его, на связи. Ну я не знаю, по поводу морфа, я знаю, что слон был тоже в админке, когда гидроз. Я был в админке, потом пошел налево на электрику. Да, я встретился с... Я с тобой. А не, смотрите, я сейчас был в навигации, морф ушел из навигации туда в щиты, и он либо видел, кто убийца, потому что он ушел, ну, дальше туда, либо он убийца есть. Всем привет. Размуться, тебя не слышно было. Тебя обвиняют. Да, у меня на стриме Among завис, у меня такого еще никогда не было. У меня вот это блан. Грязь, ничего себе. Ладно, давайте, что там по игре? Морф, зачем убил Гидроза? Я не убивал Гидроза. Вика! А где труп, Лёва? Привет! На связи, ты же там ушел оттуда. Что делаешь? Ну, в начале раунда я был вырезаю ветки. В самой правой, потом я ушел, сбросил а мусор. Зачем? Сейчас подходил. Да, я решил подрубить ненадолго сегодня. То есть он с левой сколько стороны. Сил хватит. И слон я думал, там. Спасибо, Бобер. Не успела. А где Муланьё? Он сказал, что он электричество прошел. Я в правой стороне. Подхожу к электричеству. Это не Муланьё, а сверху. А ты, Хана, ты с Викой? Ты с Викой вместе? Ну, плюс-минус получше, да. Иначе бы не подрубал бы. Я проголосовал в Морфа. Я тоже Лёва Кайстер. Вологодские пацаны в Морфа. Блин, я даже... Самочувствие, ну, более-менее, но у меня как бы до сих пор нету запахов, вкусов. Горло сильно болит, и кашель немного начал сегодня появляться, но это такой чисто отхаркивающий. С наступающим, Финн. Спасибо большое. В общем, получилось, я подарок на день рождения должен был завтра ехать в Москву. Праздновать день рождения с Якадзе, у нее тоже завтра. У нас... Там тусовка суперская должна была быть, но по итогу я, бля, сижу. Буду в кроватке праздновать. Я вообще до 4 числа дома буду сидеть, потому что 4 числа повторный мазок буду сдавать. Да-да. А плохое, ты куда пошел? Вниз, в сторону электрики. Было, только шоу там встретил, да? А, там ну еще хорошо, но у нас стоят каких-то два перекрытых человека на камерах, а труп лежит, если что, в реакторе. Ага. В реакторе на кнопочках, типа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А кто-то был на админке?
Аморф, а ты где? В момент, вот когда я был на админке... Медпункте, а потом ты куда пошел? Пизду. Направо. Я полкарты справа оббежал, никого не было в навигации. Потом я зашел в админку, сделал карточку. Сейчас выбежал, встретился со Слаги на коробках. Подождите, а ребят, а вы когда на камерах были... Морфа в админке, я видела морфа в админке последний раз. Потом не... Музыку уже заказали. А как вы... Да кто на камерах был, я по всем камерам бегал. Левкастер. А как долго вы на камерах? Наверное, нет, потому что... Смотри, я пришел с админки на камеры, там никого не было. Я посмотрел на камеры, вижу, что Морф забегает в мед. Туда еще Хана... Когда ты с админки на камеру, Лев, пришел? Ну, значит, в середине раунда. Я пришел, посмотрел, я вижу, что Морф и Хана забежали в мед. Не в середине раунда пришел, ты пришел ко мне попозже. Когда я был в админке, камеры, во-первых, горели, во-вторых, там было в реакторе человек, в камерах человек. Да слушай, Костя, послушай. Я пошел смотреть, как Морф зарезал Хану. Хана оказалась живая вместе с Морфом. А там уже стояла Вика на камерах, потом она встала на камеру. То есть Вика могла убить, я пришел к ней потом. То есть я думаю, подозреваю... Лёва, камеры горели, не страшно. А я вообще думаю, что либо Вика, либо Уксус мог, типа, винтануться же туда, припизнут, винтануться обратно и такой, я типа... Я пока Хоскус думаю, что либо он хочет героев со мной поиграть, либо он мирный. Голосуй с трейтера. Ты в меня поставила? На Мака поставила. Вот это секрет. Секрет. Так, сейчас. Так, ну, мне стало чуть-чуть лучше, поэтому я постарался подрубить, не знаю, насколько меня хватит, но ненадолго я сегодня. Потому что еще завтра хочу подрубить на день рождения. День рождения с короной, наконец-то. Прикольно, а что это? Что за херня? Заново снимать? Эй, Инстаграм, представляете, я подрубил наконец-то. Мне сегодня чуть лучше. Не знаю, насколько меня хватит, но завтра буду подрубать, потому что завтра все-таки день рождения, хоть и корона. Я всех жду на стриме. Я видел килл в админке, это был неплохой, не Мунлайо, не Тупослон, не Олежа. Среди Хуску за Морфа трейдер, 100%. Да я тебе говорил, Уксус мог винтануться как раз-таки убить. Кого ты видел килл в админке, бездарь? Где ты, как ты видел килл в админке? Ну я стою на камерах вместе с Тупослоном, происходит, кровь брызжет, я тебе чуть говорю, что... Обычно Левка... Не, подожди, смотрите, давайте я обрисую вам ситуацию. Я не то, что дефу Хускуза, но Левкастер на камеры, даже к самим камерам не подошел. Я, ну, в камеры входил, выходил. Он подошел к камере, ну, вот на расстоянии, не знаю, полуэкрана у меня, и убежал сразу же. Ну, Лёв, Костя, я стою, брызжет кровь в админке. Я сейчас при семерых скажу так. Я скажу так. Я, во-первых, я был с Олегом с Лаги в навигации. Вот. И потом, в начале раунда. И потом, короче, потух свет. Правильно, я сейчас с Олегом справа. Потух свет, я побежал, как раз починил электрику. Я починил электрику, забежал на админку, и там труп. Я не знаю, Лёва, Кастя, что ты там говоришь. Ну, смотри, я тебе Хускус говорю инфу с админки. Я тебе говорю, что килл между Морфом и Хускусом, потому что я их на камерах не видел, когда произошел килл. Я видел Олега плохого, какую тупо инфу на труп на админке? Какую ты инфу с админки? Ты как-то очень мемно вкидываешь, что в одно, то в другое. Я инфу с админки сказал. Я говорю, я стою на камерах, так, вижу, Виктория, происходит килл в админке. Виктория, куда? Это что? Убийца между Хускусом и Морфом. Я тебе даже не знаю. Я говорила, не надо. Я, короче, пишу так. Мне кажется, давайте при семерых мы скипнем. Олег, при семерых надо скипать. Я Хускуса заставлю после этого. Я тебе сказал всю инфу, ты можешь подозревать только Морфа, когда тебе инфу дал. Хускуса выглядит. Если я умру, то ты прав. Не докинули Лёва, конечно. Лёва, кстати, в прошлом раунде я потом в тебя голосовал, озвучишь. Если чё, а не Ханна. Ну, Хускус и Морф, потому что Морф ты не топишь Хуска. Все, двойка нашел. Получается, найдена двойка. Хорош, Лёва, хорош. Ёбри, как же ты хорош, ёб твою... Блин, я не знаю, это или... Я вообще в шоке с этого сейчас. Ну-ка. Виктория!
Да, Виктория. Виктория! Я тоже с Викторией. Виктория! Круг где, на реакторе? Нет, короче, мы сейчас зашли на... По-моему, Вика, по-моему, пали в арендкостное. Ты хотя бы не пались на вебке, что ты что-то делаешь. Ладно. Ты понимаешь, у тебя фейспалм должен быть, Вика. Я предлагаю... Прививки полгода как делают, но я не успел сделать прививку. Кого голосуем, Олег? Я вот-вот собирался делать, но не успел. На Вику посмотришь. Да там не надо было худ. Вика, ты когда убиваешь, ты на вебке не пались. А чё вы трётесь-то вместе, блин? Ну и плюс, кстати, я... Я, если успел бы, то я бы сделал бы только первую прививку. Может быть, ты Олег рассмешил? А первая прививка не делает от заражения короной. Она просто облегчает. Моя пара левкастер. Я эту даму с нуля нашел. Олег 100% красный. А ты знаешь, что щиты можно было как я дефьюзить, а не как подходить? А на какую букву карта открывается? На тап. На тап. Понял. Нихуя не открывается у меня на тап, слышите? Так вот, да. Поэтому ничего удивительного. Да, я дебил, потому что надо было на самом деле сделать раньше вакцину и нормально. День рождения бы завтра праздновал бы в Москве, а не до 4 числа куковал бы дома. Но... Как говорится, жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты строишь другие планы, поэтому это... Я точно не планировал болеть. Я, с другой стороны, нормально отдохнул немного от стримов. Так себе отдохнул, конечно, но... Нет, конечно, кто ко мне придет? Я никого домой не пускаю. Я, блин, заразный. Не буду я никого пускать. Морф, что происходит? Я бежал сверху вниз сейчас от меда. Подожди. У меня загорелся труп. Я вернулся, чтобы его репортить. Вопрос, смотрите, есть тактическое, смотрите, одно задание осталось, признавайтесь, блядь. У кого задание осталось, признавайтесь? Сашенька, я просто предлагаю выгнать тебе морфа, и все. Я предлагаю... Нет, я понимаю, что это морф, Зачем выгонять меня, если у вас одно задание осталось? Да нет, морф, ну просто смотри, что, прикол рассказываю. Короче, потух свет, мы, значит, с Олегом и Сашенькой в тушке друг друга... Стоим в друге, по отминке... По отминке, видим, морф стоит в такой чистой электросистеме, Лёва кастер на камерах. Единственная Якадзе, наверное, закажу, чтобы ей на день рождения. В итоге, переходим в электрику. Морф пропал, Лёва кастер сдох. Откинем, ладно, откинем, по-быстрому откинем. Я думал, типа, ну, знаете, последнее задание выполнить на скилле, ну, думаю, ладно. Ты хороший подарок выбрал. Мор, да ладно. Ну, я его еще не купил, я собирался в понедельник пойти, но я в понедельник обнаружил, что у меня корона. Почему я тебе говорю, что убийца между тобой и морфом, ты не голосуешь в морфа, не веришь? Потому что на семерых, блядь, я еще знаю, блядь, может, ты трейдер, блядь. Может быть, ты трейдер, блядь, да? Я тебе Мне тупо слон говорит, типа, я блин, пацифист. Ты подошел тут на одну секунду, вышел, там встал, что-то так Вика, сделал. Я когда убиваешь, там килл, я ушел. Ты когда убиваешь, на врубай не пались. Да, ты понимаешь, просто что я бегу убивать слона. Убиваю слона, вылезает сзади него левкастер. Я Олег. И такой пробежал дальше, остановился, пробежал ко мне, пробежал, зарепортил труп. Не, слон сказал, я в Вику вкинул, он перед своей смертью сказал, если я умру, запакуйте эту черную на 8 и все. Нет, а у меня, короче, слышите, у меня еще народ. Так сказал он, если, я говорю, черный Вика, он говорит, да, если я умру, Вика точно черная. Все, он, видишь, он так было. Просто. Да ты, Вика, на камерах. Нет, я нормально? Хотел сразу сказать, но решил, ладно. Вдруг мне показалось. Нет, просто так за мной побегать решил. У тебя на стриме именно не работает? Да, у меня на стриме просто экран входа, типа, и все. Морф, разрешаешь тебя за стрим снайпить? Попробуй вывести новое окно. Слышь, Хан? Ладно.
Хана тоже отошла. И вы это, вы когда умираете, вы тоже ж не палитесь, я периферийным зрением... Нет-нет, я вижу, что ты делаешь. А ты вебки не смотри вообще. Отдай мне бирюзовый цвет, пожалуйста. Я закрываю ОБС-кой и Дискордом, в основном вебки, но, допустим, Ханна у меня не полностью закрывается. Просто я не могу полностью закрыть, потому что у меня тогда слева темный, желтый. Ты вкладку переключи просто на другую, все, когда... А что у тебя именно такой морф? Что случилось? А, он уже репутает стрим. Да, я стрим перезапускаю. У меня на стриме просто экран входа в Among, типа, он не показывает вообще игру. А что значит экран входа в Among? Ну, типа, загрузочный где у тебя экран. Вот аккаунт, когда ты просто запустил Among, там, где слева у тебя сверху видно, типа, аккаунт, там еще что-то. Начальное меню. А ты захват не игры делай, а захват экрана. Да, экрана, да. Сделай захват экрана просто. Ребята, кстати, предложение такое. Может, трейдеры могут во время игры смотреть экраны все время? То есть они могут и общаться. Ну, то есть прикольно, что трейдеры могут общаться между игрой, например. Ну, то есть они показать, типа, давай убьем этого. Ну, то есть они могут... Я вообще вебки особо не вижу, потому что у меня... Я вообще не смотрю. Да, я тоже не смотрю, типа. Нет, мирный не смотрит. Мирный не смотрит, на голоса не можно смотреть. Ну, вон Вика вообще... Как это? Вика палится жестко, реально, на вебку. Вика сдалась. Не, а что скажете, Хан, что скажешь насчет этого? Что можно смотреть вебки трейдерам все ну, время? Ну, на голосовании можно, я думаю. Нет, трейдерам вообще все время. То есть трейдеры все знают. Время он имеет в виду, когда, типа, трейдеры ну, в игре ну, блин, бегают. Ну, смотрите, я тут сцены переключаю, и у меня получается то, что я, как бы, этот... Поглядываешь. По-любому перед... смотрю. Типа, да. А у меня, ну, получается, понятно. У меня не все закрываются. Вот, допустим, Хан у меня видно, и слон виден. И Ханну, когда убивает, она такая... Начинает руками махать. Я понимаю, ну все, пиздец, пора искать трупы. Поэтому, Хан, ты этот, поспокойнее там. Да, я так спокойно. Я сама спокойствие. Тебя не видно, вырубаешься, Морф. А он это, сейчас он. Сейчас. Не понял. А где такая же шляпка маленькая? Почему у меня нет ее в этом? Она платная. А, она платная? Нихера себе. О, смотри, у меня есть. Пиздец, такая шляпка топовая, ты посмотри. Понял, такие маленькие шляпки, они же вообще топ. Пиздец. Тоже такую хочу. Все работает? Поехали. Лучше чувствую. Вика, а ты откуда пришла в эту в навигацию? Я скачала данные сверху и пришла. Но вот два валяется труп. Поэтому и камень. Класс, класс. Это Вика. Я на камере стояла. Что? Ну, на камере кто-то был, но не в начале, по-моему. Это не я, алло. Я скачала данные и прибежала в навигацию. Все, я даже не забегала, вот два. Хана, я стал на камере после тебя, и ты видел, как Вика была на кислороде, все правильно? А, еще Куску заходил. Не было меня не на кислороде. Опа, а че молчим, собакоголовый? Я вначале там спавнился, скачал данные и побежал на админку. Ну, припизнул человека и убежал, правильно? Я не заходил, я там заспавнился. А че ты глаза в кислороде скачал? Нет, не на кислороде скачал, а в столовой скачал. Че глаза опускаешь?
Послон, он спустился изначально в навигацию. Слышите? Короче, да. Все, я короче, пускаю. Покедова свалился. Есть. Покедова. Я спустился. Короче, хотите прикол расскажу, если мы опять 10 секунд у меня. Я вначале случайно краем глаза видел, что у Олега как будто экран весь красный, и он красный. Я бегу, кричу: Олег спалился, что он трейтер. Типа, там, ну, вы трейтер. Потом смотрю, Олега убили. Я думаю, блядь, стратегия говна, больше так сделать. Я не так скажу, по-моему, до сих пор отсвечивает красный где-то на лбу. Посмотрите, присмотреться. Отсвечивает. Ладно, Вика ко мне там справа прибежала. Единственное, кого я не видела на камерах, это Финн. Ты где? Он в электрике. Я был в электрике. Я в электрике. А меня ты видела, Хана? Как ты меня могла видеть на камерах? А, да, кстати, я тоже тебя не видела. Ясно. Я голосую в трейтер. Да, Хана второй трейтер, да, получается? Мне тоже кажется, что Хана второй трейтер. В кастер. А кто мог? Кто голосовал в Муненё? Ну, Хана и два трейтера, получается. Хана и кто? А почему мы Муненё? Я голосовал. Хана, Маха, кто? Спасибо большое, Райден. В электрике скажи, что да, пожалуйста. Нет, не скажу. В админке. В админке, да, там Морф оставался, качал данные. И если мне не изменяет память, последний со стороны админки бежал Хускус. Нет, ну, там еще несколько людей охранялись. Мы с тобой вместе бежали, Финаргот, с админкой. Ну да, вы бежали вдвоем, но когда я прибежал, мне навстречу больше никто не бежал. То есть, кто последний бежал, Хускус. Ну там либо винты, либо вниз еще мог уйти, но Хускус такой, да, для меня подозрительный тип. Ну это вряд ли Вика, потому что она вроде бы не могла вернуться. Я в админку даже не заходила. Трейдер? Нет, ты не трейдер. Со столовым, но... Сука, да он палится! Да сам ты палишься, Саша! Он еще с первого раза там и глаза отпускает, ты заржал, когда я сказал, да что он... Трейдер. Да посмотри! А, так там Хускус еще по первому раунду был. Да ты нахрен, ты знаешь, вот это реально вот как батя, который типа... Лёва! Посмотри мне в глаза, если ты засмеешься, значит ты берешь. А как ты попал в камеру сейчас? Ну как ты не засмеяться? Ну ты палишься! Да не палюсь я. Ты пробежал мимо медпункта через столовую? Короче, я думаю, Наруш это уксус. Мне показалось, что Лёва винтанулся. Лёва вообще молчит, ему пофиг. У меня вопрос, а кто починил свет в этом раунде? Я могу... Я с Сашей. Я починил. Я первый пришел. Я первый. Смотрите, в чем прикол. Хорошо, что хоть не 30-летие, блин. 30-летие праздновать одному дома больным, это, конечно... Ну, не одному, со мной Боря будет. Очень долго. Ну, секунд 15. Это уксус. Это я был. Там еще был Финаргот, он что-то развернулся, обратно убежал. Финаргот побежал на рейс связи. Потому что я, короче, народ, сори, но я уксуса. Ну, мы скипаем. Два раза, типа, ну, типа, два раза. Саша, ну ты ошибаешься. Ты два раза. Да что два раза-то, два раза. Ты по эмоционалу не играй. Ебать, а почему так много голосов? А кто скипнул? Пока, Хуск. Я и мой трейдер. А я Вику поставил. Ты кто трейдер, Хуск? Вышел трейлер нового сезона Декстера. Поверю, ладно. Да, Боря здоров, у него антитела. Сейчас, секунду. Район, ты имеешь в виду моего кота?
Алло. Алло. В самой электре. Бля, куску с передекста. Держу в курсе. Это не тупо слон сейчас. Почему? Кто? 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 Потому что у нас сейчас два. У нас сколько сейчас? Два или три кило вообще произошло. Мне подло считать, Сань. А, в натуре два кило. Да. Ну, типа, раунд хоть вроде долгий был, но хз. Кто связь чинил? Кто связь чинил? Я починила с Фином. Потом я пошла по связи в админку, и там встретила тупо слона. Нет, подожди. Так Фин, вообще, а три кило сейчас было, не? Я в навигацию пошел. Три кило? Нашли ну, кого? Смотри, вроде убили сначала только нашли? Олега, потом Гидрос репортил, Гидроза сейчас нет, Морфа нет, Левкастера нет. То есть троих два кило. Сейчас Левкастера зарепортил. Да, сейчас два кило, о чем вы, какие три? Нет, два кило. Ладно, два. Впадлу считать. Да два кило. Балдеж. Но у нас смотрите, все равно, типа, два кило все равно много. Да. С Ханной мы починили... Нет, Хану оставил на починку связи. С правой стороны Левкастер бежал, всю правую сторону бежал справа, вообще никого не было. Значит, с левой стороны уже в этот момент был килл, правильно? Один. Где-то еще один килл. Слушайте, по первому раунду у нас помимо Хускуза могла быть Мунлайо, я бы ее в баланс был. Нет, у нас была Ханна Мунлайо. Я вообще предлагаю выгнать Ханну, потому что Ханна в Хускуза кидала, и Вику она вкидывала. Ханна в баланс идет им двоим. Я с тобой! Не-не-не, мы Мунлайо. Ханна закачивала данные, Ханна красная. Ну давай в Ханну. Я тоже красная. Да какую Ханну, блин? Понятно. Да проиграли, я... ребят. Хорошо. Проебали. Кого вы хорошо слушаете? Ну Сила. Ладно, простите меня. Это так смешно слушать. Сила. Просто. Нет, вы же... смотрите, Ханна вкидывает в ноль, она вкидывает в Кускуза, типа. Но я же красный, я вам объясняю, что Ханна красная. Кого вы голосуете? У меня просто, Фин, у меня получилось потенциально, что может быть двойка Фин Ханна. Так, ну, Монлайо красная, Морф. Двойка Фин Ханна, и каждый раунд мы бегаем и чиним саботажи. Вот у нас двойка какая крутая. Кускуз, извини, надо было. Я в этом починил связь. Ну, блин, ты просто так купил этого Гидроза глупого. Гидроз, ну не верь ты Сашеньке этому вредному. Хорошо. Кто ливнул? Надо было. Не, вообще просто... Я хз, я изначально... Блядь, подожди, три кило сейчас было. Морф, тебе кого? Знаете, если бы меня не убил бы там, я бы Мунлайо просто вывел бы. Знаете, как было круто? Короче, Финн с Хускусом только уходит. Я же вижу, типа, их трейдерским виженом. Я захожу, сразу убиваю Морфа и, короче, винты даю. Ну и Финн подумал, что это уксус. А уксус еще в первом раунде у меня там по... Ну, только я в Хускуза не голосовал. Да. Да. Я же говорю, это плохой реально, как батя, который, блядь, посмотри мне в глаза, если ты, блин, засмеешься, ты обманываешь. А хули ты ржешь тогда? Так, что блин, ты взглядом таким смотришь? Так Хуск, он тебя топит, а ты ничего слова не говоришь в ответ. Конечно. Поэтому тебя и выводят. Ты ни слова ему не сказал. А что, я все сказал, да, где я был, что я был, как я был, что мне сказать? Как ты только оправдываешься, а не, ну, не топишь кого-то еще. Да кого мне топить? Я добрый, я мирный. Блин, хочу себе купить корону завтра на день рождения. Чё, блядь? Короче, стоит на оружейке Гидрос. Прямо под ним валяется слаги. Это ёлки-палки. Это Хускус, ребята, это Хускус. Кто-то, кто побежал с нами. Я стояла на камерах. Я стояла на камерах, Хускус сейчас спускался с оружейки вниз. Я вообще-то был на листочках, если что. Он сначала поднялся в оружейку, потом спустился оттуда. Если труп в оружейке, это Хускус. Ханночка, зайка ты моя. Я был на листочках и пошел сейчас в сраную навигацию. В глаза смотри. Пока. Да. Ну хорошо, кто еще был? Вика сказал, что это Гидрос, да? Нет, я не сказала, что это Гидрос. Я сказала просто, что стоит Гидрос и под ним труп. Я не говорила, что это Гидрос. Я только закончился этот стрелять метеорита, и у меня моментально появляется труп. Ну, то есть вот репорт, да? И Вика репортит. То есть, я не видел, чтобы она делала килл, но это могла сделать килл и Вика. То есть, ну вот так. Я не помню, кто сделал килл. Не могу. Он конкретно валяется. Он валяется чуть правее от... Да блин, я на самом деле особо не помню. По-моему, где-то что-то чуть правее, ну, чем в коридоре, вот в этом. Но типа, если ты стоишь на метеоритах, то его видно.
Ну, у меня он появился вот только-только. Все, ускус, все. Сколько, у меня до этого не было. Да уксус в дурака залез, в коридоре между входом в оружейку. Как я мог убить, блядь, ты что? Реально. Реально, Хуск, ну ты вообще бессовестно, типа. Ну, можем потом гидро закикнуть. Так у вас, блядь, три подозреваемых. Вы что, бездари, что ли? А кто скипал двое? На гидрозу я не подозреваю. Я скипал, кто скипал? Еще я кто? Скипнул. Я скипнул. Я в тебя голосовал, Хана, конечно. Вика говорит, что это не я. Да. Все. Я, говорит, в тебя голосовал. Да я, блять. Ханды на кнопке осталось? Да, но я сейчас пошла в админ, потом трое в электрике, один, по-моему, в мене. То есть Ханна сейчас была на кнопке. Она на админке того, что сказала. Нет, на админке была я. У Хана кто-то видел на кнопке или на админке? Кто на админке был? Не было тебя на админке. Так Света, Света. Кто на админке был? Я выбежала. Ну, инфу, дай. Тебя не было сейчас на админке. Три в электрике. Я только что зашла, включила админку и никого. Три человека в электрике? Да, может. Если три человека в электрике, гидрозу можно выгонять нахер. Ты только что зашел ко мне в электрику, Финн, я починил свет. Во-первых, свет я починил. Вот. Во-вторых, я отхожу правее, вижу, что валяется труп, ты его репортишь. Если трое человек в электрике, то типа камон, гидроз, то ты получаешься. Ну а куда убийца делся, блин? Я думаю, Хускус мирный ушел, а двойка между Финарготом и не, может, кем-то может, еще. Не может быть. Хорошо, может, это, подожди, может. Этот килл точно не сделал Финаргот, по крайней мере, вот именно этот килл. Так у нас только и этот килл не сделал Вика. Двойка гидроз Хана, когда Мудлайо сказал, что гидроз стоит на трупе, Хана затопила Хуска сразу. Нет, Хана в меня так в килл и решила меня стояла, кикать, нет? Поэтому я думаю, что Левкастер с кем-то, потому что Левкастер был готов вообще все выгонять. Левкастер, а ты где? Я в медиа, я один человек в медиа. А, я да? Я на кнопке был, Хана стояла, нажимала кнопку, я пошел в медсканицу. Морф, ты ну где? Шо? Гидроза убиваем? Я думаю, убиваем, в кассе, я игрался в кассе. Я в гидроза после такого. Я не помню, где я сейчас, кстати. Мне кажется, мы сейчас обосремся, ну да ладно. Гринч какой-то. Я скипнула. Левкассер очень палевно топит, как всех подряд. Ну кого всех топлю? Я сказал, что есть, ну, кто мирный. Нет. Не, Левкассера не ошибка убрать. Ну все, ГГ. Купер. Спасибо тебе большое. Бля, что-то квестов много, блять. Знаете что, я думаю, то, что у нас между Морфом или Левкастером трейдер. Потому что Вика, я думаю, трейдером ушел Гидрос, а не Хускус. А, смотрите, по всем киллам я не могу быть. Я была на кнопке и на камерах, и в админке. Вот. Короче, у нас, смотрите, остается Морф или Левкастер, потому что Мунлайо еще топила Гидроза. Нет, Хан, смотри, теперь после того я тебя еще хочу кикнуть. Я не топила Гидроза. Мунлайо в первом раунде сказал, что не подозреваю. Я сказала в первом раунде, что я не подозреваю Гидроза, потому что он просто стоял. Да, ну, Вика сказала, что это, скорее всего, не Гидроза. Я не топила Гидроза. Да, да, она не топила. А ну ты затопила Хускуза прям люто. Ну смотрите, у нас сейчас один трейдер ушел 100%. Объясняю вам, господа. У нас сейчас один трейдер ушел 100%. Если мы сейчас кого-то кикнем, мы сильно упростим задачу второму трейдеру. Угу. Ну, типа, однозначной инфы у нас нет.
Мы не знаем, кто это. Хана говорит, между мной и там кем-то Ливкастером. Ливкастер еще какого-то... проголосовал. На кого-то другого. Короче, сейчас смысл только Гидрос... скипать и по квестам выиграть. Гидрос топил Ливкастера, Морф предложил сразу Гидроза. Хана стояла на админке, для меня остается только Мунлайо. Почему? Мунлайо трейтер или Мирна? Ты про что имеешь? Ну что, трейтер она, он имеет в виду. Я ну, если Гидрос трейтер, то с ним точно не Ливкастер, не Морф, не я и не Ханна. Но... А где осталась Ханна? Хуйня какая-то. Ну, киллов нет, да? У меня вопрос. Я бегу чинить свет. Саспект сегодня будет у Носатого в 20:00. Подожди, Света, что это было? Это морф? Галлюцинации. Лёва, тебе, по-моему, показалось. С тобой бежала на свет я, но я с тобой туда не зашла. Нет, я не дойду. Сквозь меня проходит Финн, Морф и Хана. А? Ой, Финн? Да, Финн. Кто-то ревнул. Че? Что? Я стояла на админке, подумала, килл в столовой, поэтому прошла в столовую посмотреть. Вот и все. Чего ты хочешь, Левка? Мне квест один остался. Все, скипай, я ничего короче, не вижу. Короче, блин. Не, мы можем по квестам выиграть. Сделайте квест, реально. Чего вы квесты не делаете? Это не Вика. Потому что я бы уже убил 350 раз, Ханна бы убила... 450 раз, Ливкастер меня бы уже давно убил, думаю, Финаргот тоже, поэтому остается только Вика. Это офигенно крутой, конечно, да аргумент. Тут блин, скорее Вика, всего... что поделать? Я по прошлому раунду объяснил, почему это, скорее всего, Вика. Я согласен с вами. Брат, какой нафиг Синефин? Я до 4 числа забаррикадирован дома из-за короны, поэтому не знаю, когда... Не Финн, не скоро, точно. Свежее мясо. Зеритуан, спасибо за сапку. Потекает, ну плюс-минус. Еду мне никто не носит. Там... Все-таки говнокастер. Ливкастер, тебе вообще не стыдно?
Ребят, соберите, пожалуйста, ручки. Соберите, пожалуйста, ручки у Левкастера. Соберите, пожалуйста, ручки у Левкастера. Я стою на камерах. Левкастер пытается. Да, 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 да. Это я стою на камерах. Пока, Левкастер. Пока, Левкастер. Да. Брызжет кровь в сторону, убивает Фигу. Морфана, скимните проще доделать квесты. Скимните проще, потому что вы не. Проще вывести черного Левкастера. Мудлоёб меня убило. Морф, куда ты прогался? Левкастер. Вику. Ты чё, рофлишь? Хана, ну если ты не уверена, сравняй просто. Да, Хана, сравняй. Левкастер только что убил при мне ультрастрады. Вика, ты при мне убила, нервы не выдержали или что? Я говорю, Хана, ну, типа, сама думай. Типа, если... Да, если вы проголосуете не в Левкастера, это руина. Ну, руина так руина. Ты мирная? Я мирная, я красная. Я говорю, Левкастер при мне убил. Я не шучу, серьезно говорю. Хану, равняй просто меня, если хочешь, если тебе так проще будет. Делайте квесты. Я нажму на кнопку, у меня квесты все сделаны, я жму кнопку. Не надо. У меня кнопки нет, я бы Вику вывел. Левкастер, ой! Ну никогда! Ханна, серьезно, Левкастер? Все, Вика. Нет, Левкастер, не все. Все, я не... Это пиздец. Это Левкастер, Ханна, серьезно. Это Левкастер. Не я. Ханна, если бы я был бы трейдером, я убил бы тебя и Морф поставил бы 100% Вику. Что? Ну потому что Морф ставит тебя, он поверит, ну, в любую версию, что я даже если убью при тебе. А умирает именно Морф, а не Хан. Да, умирает именно Морф, а не Ханна, блин, потому что Ханна убежала вниз, а Морф зачем-то решил с тобой остаться. Вместо того, чтобы бегать всем, ну, да, вместе. Он решил почему-то встать на камеры. Корону купи мне за ебать. А да, мы с Морфом тоже прибежали чинить реактор, Лёва. Ребята! Ханна, проголосуй Левкастера, пожалуйста. Ты... Это... Ладно. Я черный, Хан. Сорян, мне не выиграть было, у меня сутка вывели вообще по нулю. Да я не знаю, там столько грязи наделал, там три чела подозревали, что вывели меня. Дважды говорю, Левкастер меня убивает, вы меня голосуете. Почему вы решили, что это Вика, если я сказал, что сзади остались Финн и Вика? Такие вы могли сделать в электрике ни Финн, ни Вика. А тебя никто не слушал, все играли версию, что ты трейдер, поганка, понял, да? Никто не слушал. Да это не важно. Вик, извини, пришлось тебя черные давать, потому что весь толп против тебя был. Да при чем тут ты? Почему в меня голосуют, блядь, другие люди? Ты тут при чем? Типа, ты при мне убиваешь. Ты заруинила, да? Я кричу, ты при мне убил Финна. Я заруинила. Уравнивают. Потом, блин, опять ты при мне убиваешь Морфа, когда Ханна убежала вниз. Не убивайте Олега, пожалуйста. Мне кажется, ему неинтересно. Так ты смотри на Вику, Ханна, у нее такое лицо было. Ну, Ханна, ну поверь. Я убил Олега или кого я убил? Я в ахуе просто. На камерах Морф нашел? В левом верхнем двигателе. Ой, это точно, бля, не Вика. Точно. Я, честно говоря, хз, но вот когда вот, допустим, там Ханна или Левкастер спрашивает, а где, в камерах нашел? Если в камерах, то я знаю, кто это. У меня вообще не каждый раз, что вот Лёва. Так, вот Вика, а ты скажешь, что это не нахер ты предполагаешь вообще? А потому это что я ядрос. Из меда выхожу, ко мне идет Морф со столовой, и он побежал за репортом. Это Левкастер, если что, держу в курсе. Ну, я из меда вышел, Морф.
И ты побежал, я подумал, на камеру зарепортил. Ну, проблемка в том, что Финаргот навстречу снизу бежал, и он этот килл не делал, поэтому... Проблемка, ну, в том, это что... Это не мог никто, кроме Левкастера, сделать. Я не могу точно сказать, но мне показалось, что Морф бежал мне навстречу, потом развернулся и зарепортил, но я не гарантирую. Пару шагов так, я сделал, у меня репорт тоже загорелся, я не понял, где, понял? Я пробегаю, а он труп лежит, где бензин. Ну, на заправке он валяется. Да, знаете, да, там, только смотри, я не понимаю, на кой черт туда вообще вставать. Ну, ладно. Еще инфа, смотрите, слаги, он, короче, перед входом в админку, когда отключила связь, короче, ну, он встал прямо около админки. И он снизу это откуда-то прибежал. Это Морф с Левкастером, они уходят в разномаст. Я поэтому думаю, что Олежа тоже может быть, да, Олеж? Нет. Там что нет, блядь? Ты встал перед админкой, что нет? А куда вы все уже проголосовали? Скип. Я в трейдера голосую. Все время. Давайте скипнем, потому что ты говоришь, что да, это может быть. Все время в трейдера голосуешь, Анна. Все время в трейдера точно, Анна. Кто в Левкастера голосовал? Морф с кем-то. Морф с кем-то. С трейдером, видимо, раз не признаются. Ага, при мне Морф убил сейчас, если ты рядом. Мундура. Левкастера, ничего, что я рядом стою и вижу, ну, что это ты убил и зарепортил. Морф убил только что, стоит Мундаю, они сейчас меня топить будут. Я успел отбежать, если что. То есть я правильно понимаю, Морф... Самое интересное... Левкастер, это фойл, со мной рядом, я сейчас... Я чуть-чуть афкашил, я, ну, типа, возвращаюсь в игру, со мной рядом три человека стоит. Я отбегаю, делается килл и труп. А теперь я рассказываю, как мы делаем. Мы сейчас кикаем Морфа, нажимаем кнопку, кикаем Левкастера, нажимаем кнопку, кикаем Мунлайо. Мунлайо. Может, сначала Левкастера? Сначала Левкастера. Не надо кикать. Давай Левкастера сначала. Ну, Лёва красный, без шуток. Во-первых, я уже проголосовала. Я, во-первых, проголосовала уже Левкастера, потому что это произошло на моих глазах. Во-вторых, меня кикать за что? Там два человека, то есть это типа... Спасибо большое, вы вдвоем с Морфом. Спасибо большое, с Морфом можете вдвоем. А куда вы разделились, блядь, голоса, я уже запутался. Спасибо. Я в Левкастера убираем, плохой. Еще тот. Еще тот член. Еще тот. Ну, вы видите Морфа. Да, у нас минус один трейтер. У нас ушел один трейтер. Не надо сейчас сжать кнопку только, пожалуйста. Можно, пускай Вика меня выведут без проблем. Я бы Фина кикнул. Нет! В смысле нет? Информирую, короче, чтобы вы понимали. Давайте Вику за чикубумберим. Смотрите, я стою на кнопке. Что? Вызывается... Начинается взрыв реактора, правильно? Никого нет. Стою на кнопке. Смотрю, Вика начинает бежать в мою сторону, в сторону кнопки. Я бегаю вокруг стола. Я бежала чинить реактор. Через всю карту? Ты не могла снизу? Через какую всю карту? Ты через админку поднялась наверх. Ты через админку поднялась наверх. Я попозже пришел. А зачем? Ты могла была в админке, вышла из админки и побежала через верх на реактор. А в чем проблема? Ребят. Почему через верх? Ты через низ быстрее бежать же. Вы видите меня и успокоитесь? Я предлагаю Вику. Смотри, нет! Я предлагаю Вику. Почему Вика? Нет, Вика точно мирная, плохой. Вика точно мирная, потому что она выводила трейтера на Левкастере. Откуда мы можем знать, что Левкастер трейтер? У меня между Левой и Мурой. Потому что у нас нет киллов, Саш. Она, во-первых, Вика не хочет, чтобы ее выводили раз. Во-вторых... Да, потому что я мирная. У нас нет киллов. У нас один трейтер. Короче, второй либо плохой, либо Фин. Тут... Я согласна, согласна полностью. Что я трейтер? Голосую, я тоже в скип. Мы скипаем сейчас.
Я сегодня весь день с трейтером голосую, ребят. Как я заметил, Ханна, как ты в трейтеров голосуешь. Трейтера выигрывал. Так я не понимаю, а в чем... Ханна вообще в трейтера проголосовала. Кто со мной голосовал в Финаргоне? Кого? Финна, я закинул руку. Все, хорош. Все, два трейтера найдены. А, нас спалили, Ханна, что делать? Я не знаю. А, Гидрос! Ты чё, блядь? Вообще поросёнок охреневший. Гидрос, короче, при мне убил Ханну, мы раздефьюзили этот свет за углом. Ханна поднимается наверх, чтобы сделать квест, как и я. Он, короче, её за углом чпокает и... Какую Ханну? Я плохому не верю. На щитах с правой стороны. Я не верю. Гидроза кикаем, его нету сейчас на щитах нахожусь я. До свидания, Гидроз. Я хотел только предложить, если вы считаете, что я типа между Левкасером и мной один, давайте меня, потом Гидроза. Если вы прям уверены, что между... Да какой смысл тебя кикать? Тут по логике не надо тебя кикать. У нас типа разноцвет был между Морфом и Левкастером. Левкастера убрали. Если убирать в разноцвет, то Морфа, а не тебя. Но, меня, да. Но Гидроз пиздит. Его нету на щитах, я согласен, там сейчас нахожусь. Согласен, пошел нахрен отсюда. Реально, посмотри на него. Трейтерская улыбка, посмотри на него, реально. Чё, Ханна? Как там в трейтеров голосуешь, да, уже какую игру подряд? Какой год подряд? Какой год? Несколько лет уже. Гидрос, если Хан, все нормально, Хан, не расстраивайся. Когда был Морф и Вика, ты выиграл бы соло, ты сказал бы, что это двойка. Я знаю это чувство. Ага, ладно. Не Левкасти. Ладно, Вика, ладно. Я не верю плохому. Ладно, Саша, откатывай. Да потому что ты впил в меня. Левкастер, Гидрос. Просто Левкастер, не спеши с киллами. Да, блядь, мне это там нагрешили, Левкастер. Тихо, у нас следующая игра. Костя, на следующий уже. Все, поехали. Гидрос, я не спешил, я прям при них сделал килл. Так тебя покажем киллу подозревать, тебя по первому киллу подозревать, по второму киллу тебя подозревать. Ну я зато хотя бы киллы сделал. Ты как в час спасал, тебя выпил. А, можно инфу, пожалуйста, перед тем, как скажешь, Гидрос? Реактор, верхний двигатель, нижний двигатель, прыгал трейтер. Ну, в смысле, он прыгал верхний двигатель в реактор, потом выбежал, пошел в нижний двигатель и вот через низ. Нет, Гидрос, это неправда, ты пока неправильно смотрел. Друг при входе в электрику почти что. Ну, не при входе в электрику, а с правой стороны, скорее, при входе в... Второй друг на сканере лежит, я на сканер сейчас зашел. Как это называется, хрень? Кто оставался, если на сканере, то кто оставался на камерах, когда я уходил оттуда? Там он лайо побежал. Но я сейчас встала на камеру. Последнее, что я видела, это как Левкастер зашел в мед, подожди, и как он побежал в админку снизу. На админке нет у нас человека, у нас не было винтов из меда в камеры.
Из медов камеры не видел, я видел только с реактора. Не было винтов с реактора, потому не, что... С реактора не, с реактора не было винтов, там пока, потому что там по КД бегал я, ой, не я, там бегал Гидрос, там Ханна бегала, Хускус бегал, еще кто-то. Морф, по-моему, бегал, если не ошибаюсь. Может, с меда я не видел винтов, с меда я не видел. Где? С камеры меда я не видел. Где-то около камер. Ну, скорее, ты где-то вот с меда сверху пробегал. Около реактора. Нет, по-моему, нет. В этом раунде я в другой части карты был. Нет, я был в этом, я справа был в этой. Я думал, Кость, ты уже пачкал. Ты в админке закончил. В навигации был. А, точно, ты же забегал сейчас в админку. Ну да. Очень продуктивно. Фина, ты где сейчас? Я сердцем мафа проголосую. Ой, я не помню, где. Я что-то в районе столовки. Ты в меня проголосовал? Да. А в меня кто? Кто тебе голосовал? Кто голосовал? Сам себя. Олег, ты что ли? Нет, ты что? А я знаю, что трейдеров нет. На админке так. Кто-то оставался? Где? Смотрите, где сейчас? Я смотрел на я почти... два в электрике, три я... на камерах было. Я пришел, починил электричество, закрываю, подо мной валяется слаги. Это не Гидрос, не плохой. Плохой, не Левкас. А кто был втроем на камерах? Мы, Левкас или Гидрос плохой, да. Ага. Фин, ты долго свет не снял очень, на самом деле. Левкастер. Ну, на нё получается. Что это я не очень долго? Нет, я вообще с правой стороны. Чего? Подожди. Ну-ка, Левкастер, да, давай-ка. Я её очень не долго не снял свет. Я секунду не включаю, сколько на починку света выдаётся времени. Морф на Саймоне сейчас? А где Морф? То есть ты видел меня, как я пришёл на починку света, или что? Я видел, как ты с админки ушел туда, и, ну, то есть ты ушел туда, и секунду ну, и что? Прошло, пока он починился. Да пиздец! Подождите, читать научись, Левкастер. На каком Саймоне... Ой, плохой вылет. На каком Саймоне был Морф? Ну, в смысле, на обычном. Тут один Саймон. Там, где реактор. Ну, реактор где, да. Это кнопочки, где вводить, и там 5 штучек. Ой, это Саймон называется. Блин, народ, меня выкидывает. Вы видели там Морфа? Перезапускаю этот интернет. Вика, ты где сейчас? Я в той стороне вообще не была. Я в правой стороне метеорита. Да, она убежала в правую сторону. Там никого не было, по-моему. Нет, когда я собегал, может, ты видел по камеру? Среди Морфа и Фина Трейтер. А, да? Да нет, это саморепорт получается, вы что? Да. Саморепорт просто. Жестко. Ладно, Фин, я сердцем... Нам надо голосовать, алло. Давайте Морфа. Морфа. Какого Морфа? А, сейчас 6 человек. Да, сейчас 6 человек Морфа. А почему... Блять, я скипнул уже. Ну, сука, ну что за бред? А почему кто? У нас вылетел кто-то? У нас плохой вылет. Да, сорян, но у меня... Ну, блять, я скипнул. Я думал, у нас 7 человек. Охуенная игра, блять. Ну, в пизду, это победа была бы. Левкастер, а ты считать научись, я убил и сразу починил, не надо мне тут пиздеть что-то, что я там типа долго чиню, блять. Ну, у меня получилось, вот. Так самое ну, интересное, у тебя вечно хуйня получается. Я думал скипать, капец, я думал скипать сам. Так я тоже, блять, я бы сейчас бы в тебя проголосовал, мы бы выиграли, охуеть. Ну да, логично. Блять, отмена ставки. Пизду, блять. Только так и могут, блять, выиграть за мирных.
Может, мы морфа выгоним и начнем новую? Или что? Да не. Так, а у нас труп, да? Да. У нас было 6 человек, выгнали Фина. У нас не труп, у нас вылетел плохой. Еще раз, у нас было 7. У нас было 7. А, Лев Кастер убили. Лавлайо, а ты с этой бежала, с навигацией, да? Да. А, я скипнул еще до вылета. Мне показалось, что ты вылез из этих. Бля, почему, что, сука, можете себе игру настроить, нахуй? Точно? Почему я никогда не вылетаю из игр? Ну что, господа, то, что я не трейдер, я думаю, очевидно. Кто трейдер-то? Ты. Я. Не, в кого проголосовали без рофла? В себя проголосуй. Вы серьезно сейчас говорите или нет? Да. Да. Нет, Вика и Хуск, вы в меня проголосовали? Да. Да. Гидрос, ты тоже в меня проголосовал? Нет, я в себя. Зачем? Блин, ты так говоришь, что я теперь начал уже сомневаться. Вы что, сумасшедшие, ребят? Какой я трейтер, Финн, чего пригорел по-вашему? Он же сказал вам, вот Морф. Раунд начался, вам Финн говорит, я бы в Морфа проголосовал, мы бы выиграли. Морф, ну Финн, мат был, алло, вы что, вы сумасшедшие или что? Какой морф? Я не могу быть с Финном. Вы вообще слушали, что Финн говорит? Я думаю, они рофлят. Бля, ну ладно. Вы не рофлите? Как вы это сделали? Как? У вас Финн пригорел, создался трейдером? Финн создался трейдером! Левкастер, ты вообще сиди! Сиди, не пищи, Левкастер, со своими вбросами левыми. Пиздец, вы нормальные? Что, куда? В смысле? В смысле? Вика, смотри, Гидрос орёт, собираем руки в Морфа, Морфа поставила две ручки, Гидрос и Финаргот. Финаргота вывели тремя ручками, и моя, твоя и Хуркуда. Финн сгорел, он признался трейдером. Сильному городу Морф не нужен. Я планировал, я Морф до последнего. Просто отдают катки, я в шоке. Всё. Бля, я в этого черного гидроса стреляю, голосую. Стойте, красные! Да похоже, нет. Вы записываете речи, может быть, или что-нибудь делаете. Ладно, я без записываю. С ноября не играл. Хоть что-нибудь слышите? Черный 3 сказал, я в Морфа руку скинул бы, мы выиграли да бы. Да подожди. Блядь, ну я подумала, что сказал, что мы бы в Морфа и выиграли бы, потому что Морф трейдер. Если я не путаю... А как они выиграли тогда, Олег, Вика? Подожди, Олег, если я не путаю, если у вас в этой игре был такой прикол. У вас Гидрос винтанулся с камеры в электрику, сделал килл. Вам плохой игры, что это Гидрос. У вас начинается голосование. Вот он как раз тянул, и вы после этого забыли инфу, что типа Гидрос сделал килл. Я в него голосовал, в черного. Че вот? Не, Вик, я тебе говорю, как мог... Финаркот бы не пригорел, потому что оставался бы еще его мав, если бы его вывели неправильно. Ну, ну что, типа... значит, я неправильно поняла. Подожди. А как Мускус, почему слон. Меня голосовал? Я тоже не понял. И в этой я сбил. Гидрос, забей. Значит, мне все-таки не показалось, что я винтанулся. Ты все-таки винтовался? Что у нас с плохим произошло? Так Гидрос и Финн, мав. Он сказал, перезагружает интернет. Кастер не винтовал. А, да, точно. Подожди, подряд, точно Гидрос. Не, я на мирном повинтовался, Морф, и умер потом. Самострел сделал. Лёва, слышишь, правда... Лёва, если ты маф, не спеши показывать на вебках, потому что, ну, я не успеваю отключать. Ну, типа, раунд начинается, первые секунды, подожди чуть-чуть. Что, Лёва, ну, там, ладно, типа, ладно. Это показывает, кого убивать там или что? Он разный, я не знаю, что, я просто вижу, типа, ну, я понял, на игру переключаюсь, иногда забываю сразу вебки убрать, а Лёва уже там что-то показывает, знаешь, неважно, какая роль, он все что-то показывает сразу начинает. Так, я понимаю, я сразу зарезал. 10-го я кого-то убил и спрашиваю, я 12-го, я Хуска зарезал, говорю, посмотри на меня, как дела, типа, хочу спросить у него. Я вообще не смотрю на вебки, если что, типа. А так я потом смотрю, я такой, ну ладно, он что-то не смотрит. Афин, я тебя по нулю вычислил даже, тебя не было на карте единственный, ты, наверное, винтах хотел весь раунд, я всех видел, а тебя не было, Афин. То есть ты до этого бегаешь по карте, а сейчас, ну, тебя, ну, нет в раунде. Поэтому чуть-чуть другая игра, поэтому я тебе, ну, тебя так и торплю. Круто только то, что ты это не озвучиваешь в плане своих обвинений, говоришь уже после игры. Ну, я не знаю, а это все озвучивать не успеваешь, там 90 секунд, у тебя, надо сказать, все, Финн трейтер и все. Это аргумент. Аргумент. Аргумент.
Мне тяжко будет с тобой проснуться, слон. Другая игра, Олег. Я скажу, кого стреляем, ну, плюс 4. Плюс 4. Проснуться? Ну, стреляем... В каком плане 3, проснуться тогда... с ним? Да они вместе спят. Да, Олег этот, потусторонний просто. Смотри, Олежа пошел, сейчас он у Кости в комнате выйдет. Костя, смотри, сейчас. О, плохой зашел. Кайф. Да, сорян, ребят. Не, не стартуйте, только не стартуй, подожди. Вырубай, вырубай. Типа. Да, я уже... Олег, что, Олег, что, потом лигу? Перезапустил, блядский интернет. Олег ушел. Гидрос, Олег ушли. Олег ушел вообще. Так вы видели, Олег ушел на своей камере. Короче, знаете, в чем прикол? Слушайте. Слушаем. Был МТС, сказали Билайн лучше. Подключайте Билайн, первый месяц хорошо, второй опять пиздец начинается. Еще хуже, чем у МТСов. Ну что такое? Ну что ты будешь делать? Я с Билайна слез несколько лет назад, поменял себе этот на мегафон, номер сохранив, и прекрасно все. И нет проблем? Может, уже, кстати, переезжай. Ну, у меня была проблема... У меня была проблема в том, что у меня в режиме 4G иногда не доходили звонки и смс-ки. То есть меняешь на 3G нормально. Вот. Они говорили, меняйте симку. Я менял симку, фигня. Говорит, телефон у вас плохой. Я говорю, что расскажете? Два разных телефона то же самое. А поменял на мегафон, и стало все ок. Да, все нормально. Переустановите винду. Ну, тоже надо с этим порешать. Теле 2 хороший только в определенных регионах, в определенных местах. То есть... если ты, к примеру, путешествуешь... по миру, по России и так далее, то Теле 2 точно не выбор. Еще хороший вариант Йота. Потому что типа они совместно с мегафоном, и Йота использует частично вышки мегафона. Что ставку? Ставка вон стоит. Не, я же говорю, типа, это зависит от потребности. То же самое, как выбор устройства и так далее. А ну-ка быстро признавайтесь, кто только что из меда вышел. Кто в меде сейчас находится? Я сейчас в меде. Я вышла, ты в меде пока. Что, я сейчас забегаю, подхожу к меду, хан. Что, набери. Кто с нами сейчас был? По центру. Где ты уходила? Кто с нами был? Лёва. Финаргот, я в камеры показываю, третий был с нами. Я был, да. Короче, лежит труп, если что, Саня стоял на камерах, лежит труп на камерах. Типа я побежала в верхний двигатель, меня там закрыло. Я подумала сначала, что труп в меде, потом все-таки решила развернуться, захожу на камеры, ну типа камеры не горят, лежит Саня мертвый. Кто такой Саня? Плохой. А откуда ты зашел в мед? Кость. Я говорю, подхожу к меду сейчас, хан. Откуда? С правой стороны. Короче, смотри, мы были... Ты был на реакторе. Реактор был. Да что пиздешь, Ханочка? Ну давай ты послушаешь меня, потом ты пойдешь, Ханочка, сама. Ладно, точно, давай, черный 10. Слева гидрос вводит циферки, я побежал вниз, закрываются дверки, я бежал за это время, и сейчас вот прохожу по центру через, как эта хуйня в самом центре называется, через кофейню, уже подхожу, ну, снизу, подбегаю к колонне, сейчас вот подхожу к меду. Кстати, я тут нахожусь, я тебя не вижу. Ты меня не видела. Я тебя не видела. Хан, секунду, вопрос, дай слону задам. Я тебя тоже не видел. Слон, были закрыты двери или нет в столовой? Да. Ты уверен? Нет, не знал. Я ебу, в столовой нет. Я ну, подхожу к столовой. К столовой, смысле, да, закрыты были. Мне плохо. Я стою, делаю сайт. Я был на реакторе гидрос слева. Да, был на реакторе.
Какие ко мне вопросы? Потом не знаю, куда ушел. Если вы не поняли, что черный 10, у меня большие для вас. Я скипаю, я не верю, что черный 10. Я пока скипаю, но... А подожди, это разноцвет между ними или Олег Мирный? Алло, есть кто? Кто со мной голосовал тупо слона? Я. Хорош, хорош, Олег, хорош. Тупо слон Мирный до конца игры теперь. Не трейдеров, хан, ёбучий, двух. Чувствую себя чуть лучше. Он очень странно передвигается. Ну, сука. Опа. Ладно. Блин, только что сделали труп. Я не это видел, вооружейки? Ну, охраночка! Вооружейки? Я, да, без у дубля. Нас один килл. За... Все, у нас один килл. Не про это. Все, я... давай, где? Надо. Где труп? Не вооружейки? Нет, он в столовой, его сделали только что. Ну, морф, типа, да, это да, морф. Бегал с правой стороны, фенодин. Да, морф. Короче, почему вы еще сейчас не гоните. Потому что ушли... я пробегал 100 секунду, с правой гидро. Стороны. Я на камерах через... стою, гидро секунду. Но. Ушли тупо слон, Хана и Финаргот вместе. Хана говорит, не знаю, кто она. Или тупо слона должна подозревать. Они ушли ручка за ручку секунду. Нет, назад. Он Хан, сзади вот шел, я за репортером. Ко мне, когда Левкастер такое говорит. Тупо слон, Хан и Финаргот ушли только что секунду. Тройка, Хан, Лев, мы с Ханой двойка по нулю. Решила Хана меня вывести. Ребята, Лёва, кто а только, слон, только кто что, слон? Вот прям секунда в секунду слон, последнюю чёрный? Стоял в оружейке и в так, столовой. Так, все, без шуток, я становлюсь... Без шуток, ты обладаешь какой-нибудь информацией, кроме Володи Селезова? Я думаю... Поэтому и ты, потому что почему? Ты столовая, а труп столовая. Ну, мне кажется, просто так. Подождите, это не тупо слон, это не кастер. Вика, ты где? Вика, ты где? Вика, в админ. В оружейке понятно, кто стоит. В админ, хорошо. Ну, у тебя черный слон. Хан, я весь этот раунд с Ханной пробегал, Олег. Это не Костя, это не Левкастер, потому что он на камерах. Вика в админке. Ханна. Гидрос где? Гидрос на где? Реакторе. Только что гидрос просто в оружейке, как будто вот этот вот наскок персонажа на персонажа. Морф, ты где? Ай, блядь. Еще Морф раз говорю, я слева сверху в столовой. Еще раз. Вы были на оружейке или нет, Ханна? Да, мы. Со слоном. Так, труп в столовой где скип, именно? Я морфа голошу. Ну, труп столовой около кнопки почти. Скип. На 7 ага, человек. Хорошо. Куда? Потому что это никто не мог сделать, кроме Морфа. Я это мог сделать, смотри, это мог ёбыч меня и второй. Это вот мог сделать Гидрос, который пробегал мне навстречу из столовой. А почему ты не зарепортил труп? Не мог Гидрос сделать. Так я слева в столовой, а труп тебе же сказали где. Да у нас вот в Питере наоборот не на спаде, у нас тут как раз таки, я когда заболел, я прочел то, что у нас наоборот опять начала расти заболеваемость. Че, откатится, что ли? Морф трейдер, сюда. Гидрос трейдер. Я подожди, на труп на складе? Ну нет, не со... ну, нет, примерно, труп не при на входе складе. На склад. При входе на склад. Чувствую, на потому склада. Что просто он забежал туда. Я забежал, там закрыты двери, да.
Я забежал, там закрыты двери, а, и смотрите, я не мог зарепортить через дверь. Ну, я вот читал то, что Беглов, он как раз 5 дней назад говорил, я что на 5% чуть не увеличивается. Он ничего не говорит! А ты что говоришь? Ты просто АФК находишься на этой карте! Я квесты делаю! Я квесты делаю! Чё вы говорите? Ёбычно, Олеги, он всё чёрный, вот, он говорит два слова. Кто чёрный, Олег? Кто чёрный? Кто у тебя чёрный? Я тебя подозреваю с нуля. Всё, я тебя подозреваю, и кто-то среди гидроза морфа. У меня такая же позиция, как у тебя, поэтому иди нахуй. Поставь морфа. Спасибо. Привет, Настя. Наверное, еще полчаса поиграю, пойду отдыхать, потому что 8 еще у Носатого в Suspects. О, привет, Артур. Да нормально, потихоньку. Чуть лучше. Там чел на этот, на... Тупо смотри. Почему с Артур, да? Самый прикол в том, что... Лежал до середины. Я первый раз в жизни так и пошутил. Мы отдыхали с другом в Болгарии в спортивном лагере. И там был Артур, и мы его называли с Артуром. Только поэтому... я побежал сразу в столовую, потому что у меня идеально подходит палочку квестов. Мне остался ровным счетом 2 квеста. Только что ты где был? Это... Вот прямо сейчас ты где? Вот прямо сейчас я нахожусь в столовой. Прямо сейчас я нахожусь в столовой. Подожди. Гидрос, ты где? Я сейчас забегаю в электричество. Пока, Костя. Почему, блядь, пока, Кость, ну видно? Потому что за мной бежал кто-то, я видела, пока свет не работает. Я не знаю, Женя, я типа стримлю, чувак заходит и пишет в чат, а почему артисты называют Артуром? Я не посчитал, сколько нас человек. Я понял, что я там не зарепортился, значит, ты сделал килл. Ой, Бильбо, привет, сори. У меня оставалось 3 секунды, я конченый, я не успел посчитать, сколько мы сделали. Нет, не в том дело, Костя, надо было, когда на электрику никто не шел, я тебе даже маяковал, ну типа я вижу, ты забегаешь на электрику, надо было со мной идти на камеры. Очевидно, никто не бежит чинить свет, значит, люди на камерах и в админке. Нам надо было делать дабл на камерах, его вряд ли нашли, мы бы потом выиграли. Понял? Ну там, на самом деле, я мог убить на камерах, слишком палевный в проходе. Там просто в камерах был дабл, понимаешь? А я бы дабл зарепортил, я с админки бежал, может, я бы зарепортил. Ну, там мы двери бы тоже закрывали. Ну, короче, ну, мне, да, кстати, да. 5 секунд не хватило, когда гидрос зарепортил. Костя, у Олега 10 часов, и он тебя прочитал. Закрыл двери. Да вообще пофиг, там без... Вообще, ну серьезно, чел на Олеге просто сидит... А что ты так орешь, Костя, ты трейдер? Да потому что он не обладает вообще никакой информацией по игре, у него просто 10 черный, просто так. Не обладает, ну просто пиздец, ну серьезно. Ты хоть один квест, блядь, выполнил, Олег? Да, я все сделал. Ребят, сменим карту хотя бы на это? Да, пошли на Эрши, На полюс. Я тогда скипну, я в другие вообще не играл, камон. Я полгода не играл в эту. Олег, там легко, Олег. Ну давайте хотя бы еще здесь. Давайте чуть-чуть поиграем. Да, полюс, я и Эрши тоже не играла, если что. Давайте полюс. Я еще карточки 2-3 и пойду отдыхать. Ну давайте, хорошо. А тебя кто убил? Финн, тебя кто убил? Морф. Морф? Да, я... Плохой. РМК сейчас будет. Не, нормально. А вот и нет. Ауф. Давай. Данте, здорово.
Блин, а почему никто не ломает электричество? Отойду и сразу отключат. А нет. Где? Чё-то не понял, что-то, ну... Ребят, прежде чем инфа поступит, сори, у меня вопрос. Кто сейчас находился на охране в меди и верхнем двигателе? Ну, я там бегал. Плохой, я сейчас не понял, ты где труп нашел? Охрана, не знаю. Левкастер очень красивый. На камеры. Кто-то только что с камер винтовался в мед, а потом с меда выглядел в столовую. А что ты делал, Финн? Но в столовой было два человека. Света. Это не Левкастер. Ну, стоял на префайре, думал починить свет. Короче, ты где труп нашел? Смотрите, тихо, подождите, стоп. Короче, народ, ситуация следующая. Ханна, а ты подожди, куда побежала, когда мы разминулись? Я побежала в навигацию, я сейчас в навигации. Вот, я думаю, что это морф. Ситуация следующая, забегаю, короче... А в меди кто был? Да, блядь. Только что забежала в медь. Вы хотя бы знаете, где труп? Потому что я побежала чекать. Да всем пофиг, забей. Вообще всем похуй, где труп, реально. Вы хоть знаете, где он? Где? Блять, короче, ситуация следующая. Забегаю в электрику, стоит Финн на починке света. Прочекал, ничего нет, выбегаю, бегу в сторону камер. Перед, ну, нижним, получается, двигателем, около дверей, труп Хускуса. Ты откуда забегаешь? Ты плохой, ты улыбаешься, плохо улыбаться, он трейдер. Нет, я просто думаю, типа, а что это за ребят, это либо саморепорт, либо гидроз. Потому что, как я говорила, что кто-то винтовался из охраны в этот кабинет, и потом гидроза я увидела. Я с правой стороны пришел, я видел там 5 человек. За реакцию, блядь. Какой гидроз? Я в гидроза проголосовал. Я тоже в гидроза. Морф, я подозреваю, плохого и гидроза. Кто в плохого голосовал? Я, Ханна и кто? Я. Гидроз точно мирный, блять. Он бы поставил бы руку, бы, блин, и все. Ну, либо они двойка. Смысл гидроза тогда задавать вопросы тому трейдеру, как ты куда пришел и прочее. Гидроза запаковали, выкинули с корабля, он трейдер, 100%. Кто? Почему? Гидроз ты спалился, он два раза данные качает, он качал в навигации, сейчас качает их в электрике, бегает странно. Гидроза выкинули, я проверили. Я сейчас помню, качал ли данные в навигации. Подождите, можно по поводу Левкастера расскажу по прошлому раунду? У него, я искал вначале трейдерские движения, потому что кто-то стоял на О2, и прежде чем... Ну, мне казалось, короче, Левкастер хочет выключить свет и, типа, стоит около оружейки, ну, рядом с оружейкой, и чуть-чуть подстригается вниз, типа, чтобы ее повижу, не было видно, чтобы убить кого-то на вот и все, вот. Ну, я не... давайте... Хорошо, я не могу быть просто... У нас один трейдер ушел. Дайте, да можно? Я, да я подождите, не могу... да не голосуйте вы, плохой, ты куда голосовал в прошлом раунде? Сейчас меня проголосуют. Скип. Гидрос, ты куда голосовал в прошлом раунде? Тоже в скип, да? В скип, ну не в себя же. И я тоже скипал. Да не, Левкастер, на тебя... Я пофиг. В гидроза голосовала. Подождите, скипов два что было. Я его заподозревала. Три было, три скипа было. Там два голоса. Три скипа было. Окей. Три было. Меня два. Да, было три скипа, три в плохого, два в гидроза. Я бы, типа, я бы плохого бы тикал скорее. Вот. Не, Финн, гидроз 100% трейтер. Он говорит, что видел меня, а я его не видел. Я правда это видел, я его не видел, как он. Левкастер. Кипнуть гидроза, потом плохого, потому что между ними точно трейтер. Мне кажется, Ханна кикать. Значит, Ханна, мы можем вообще пока скипать, потому что... А давайте мы кикнем гидроза, проиграем за мирных и посмотрим на лицо Левкастера. А потом кикнем Левкастера. Ну просто мне такой больше нравится. Ладно, давайте. Свободно между плохим и гидрозом. Я прав. Свободно, скипните. Он меня проголосовал. Больные просто. А почему? Хорошо, кикните мне в размен Левкастера. Левкастера в размен Левкастера. Не, в Левкастера прям идет. А вот с Ханой вообще с корабля выкидывайте. Выкидывайте. Извиняться врезал. Обнаружили рак. Там дела никак не обстоят. Там меньше месяца человеку осталось. Раз созванивался.
Алло. 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 Кто прибежал с левой? Кто прибежал с левой стороны? Между гидрозом и плохим уже. Кто прибежал с левой стороны? С какой левой? Куда прибежал? Я стояла на кнопке, потом прибежала. Связь. Фина, куда ты побежал? Фин, куда ты побежал? Связь. Кто прибежал с левой стороны? В реактор я побежал. Подожди, подожди, подождите. В реактор. Да, я сейчас цифры там сделаю. Хорошо, кто с левой стороны, кто прибежал в связь? Чинить эту? Короче, смотри, я объясняю. Я объясняю. Ты сверху бежал. Я видела, Олег. Я прибежал из электричества. Сверху. Короче, я смыслю, что преступники всегда возвращаются на свое на место преступления. Бегал за плохим, поняли? Типа, плохой из электрики. Бежал в электрику. Я думал, я типа выйду, потом вернусь, а его там уже не будет. Такой, ебать, Гудини из-за репорт. Ну, там пойду кнопку нажму. Побежал в связь и выбежал из связи Финаргот. Короче, он побежал в левую сторону. Все остальные остались стоять там. Я после этого пошел направо. И вот Фин сказал, что побежал в реактор. Типа, если он там нигде не зарепортил, значит, это не я. Логично, логично. Значит, это Фин, который побежал как раз-таки в левую сторону. У меня мысли такие. Короче, труп лежит в электрике, но вот наверху. Наверху, наверху. Возле... Ну, короче, не прям на винтах, но возле винтов. Поэтому, типа, если Фин прямо сейчас в реакторе, то вряд ли это он. Ну, типа, он не успел бы и убить, он и давно убежал. Прям добежать прибежал. До реактора. Когда, как только мне я кажется, прибежал что это влево, старый уже... килл. Слева, уже... Мне кажется, что это старый килл от тех, плохой, кто прибежал. Когда я бежал, плохой 7, там да, был жив. Когда я убегал, плохой был жив. Черный 5, красный 7. Я голосую с трейтера. Я голосую с трейтера. Ладно, я с кислорода прибежал, если что. Я скипаю. Я думаю, это лифкастер. Ну, минус между лифкастером и гидрозом один. Какая я разница? Я не могу сейчас делать этот килл, потому что я тоже на кислород. Я был самый первый на связи. Кто был ко мне, должен был... Опа, два Фина. Жестко. Лифкастер за мной, за мной забежал. А в меня еще проголосовали. Да, это я была, это я, если что. Вот да, голосую в трейтера. Труп в столовой. Кто-то вылетел, подождите. Так, это точно не лифкастер, потому что он сейчас вылетел. Стоит на камерах, я его видела. Это Фин точно не лифкастер. Из столовой. Да, 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 вот. Нет, смотрите, мы перещикнули, я выходила с админки, с Финарготом перещикнулась, пошла в столовую, там был Костя еще живой. Я отсканилась в меди, возвращаюсь в столовую, там мертвый Костя. Сейчас пришел с левой стороны последний Фин. Лёва, ты все время на камерах стоял? Хорошо, ни Лёва, ни Мунлае. Где Олег? Флаги. Раз, раз, раз. Как называется? Где, короче... О, вернулся Стим. Ну, где, короче, карту проводить? У. Откуда ты туда пришел? Снизу. Короче, подождите, что мы это? Это не лифкастер, вы сказали? Это не лифкастер, точно. Плохой еще в первом... Ну, в каком? В каком? В начале говорил. Со мной голосовал. На прошлый... Да, кстати, кто Фина голосовал? Без понятия, но плохой вначале говорил, что видел Фина возле трупа. Ну, или перед трупом. Чего, он блядь? Играл. Когда? Что за чушь? Когда это было вообще? Я не был вообще близко. Что ты переверяешь инфу? Он спросил меня, почему я стоял в электричестве на починке электрики в первом раунде. Я там стоял на префе, хотел починить свет. А труп был на нижнем двигателе, где я близко был с трупом. Что за чушь вообще? Ну, смотрите, если Гидрос ушел трейтером, мы можем скипать. Но я бы Финаргота, на самом деле, вывел. Какого Финаргота, блядь? Я бегаю, выполняю квесты всю игру. Вот, сами смотрите. Из раунда в раунд, блядь, Финаргота. Я до сих пор голосую в трейтера. Ясно. Ладно, я последнюю игру сыграл, наверное, это невозможно. Вот вам что ни говори, все похуй вообще. Об стену горох. Ханна, ну, я тебя поздравляю. В этой игре ты таки голосовала в трейтера. Ну, я так и думала.
У меня вопрос. У меня второй трейдер в этой игре начнет вообще убивать? Я Олег с победой. Я доезжающий. А можно я убью Лёва? Да пиздец. Чё, Левкастер? Левкастер стопроцентно вывел трейдера, блядь. Левкастер — это позор Вологи. Сука, я вот... Согласен с Куску за первый раз. Типа, это просто пиздец. Левкастер... Ну вот, просто я не зря же озвучил. Давайте кикнем Гидроза и потом посмотрим на лицо Левкастера. Давайте, Левкастер, я тебя увеличила на стриме. Все, спасибо, я наигрался. Это невозможно, сори. Давай, удачи. Блять, абсурд какой-то, нахуй, такие игры. Ладно, я все равно собирался заканчивать, у меня температура поднялась.